моих руках лук, репчатый лук компании Семенис Маркет. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит внутри. Вот, посмотрите, я разрезала лук, и вот такой вот он сочный, плотный, пахнет, вот действительно пахнет луком. Очень красивый, классный, рекомендую. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.